Давайте с самого начала заводим машину. Включаем печку. Включаем ближний свет. Нажимаем педаль сцепления. Снимаем с ручного тормоза. Включаем вторую передачу. Включаем поворотник. Поехали. Останавливаемся. Ставим ручной тормоз. И выходим, смотрим, что мы наделали. Идеально. Идеально. Все, власти. Ездить на КамАЗе, у них ухры-мухры. Это та еще тема. Такая зверюга. Такие призабавные ощущения, когда пересаживаешься с КамАЗа сразу на тундру. На КамАЗе отъездил 2,5 часа, садишься, и такое ощущение, что ты сел в какую-то игрушечную машину, как на пуховое одеялко, все такое мягкое, все такое податливое. Очень необычное ощущение такое, прям стоит попробовать, если кто-то, у кого-то есть возможность поездить там на какой-нибудь грузовике большом, на КамАЗе, кразе, зелке, а потом сразу пересесть на легковую машину. Я раньше как-то не задумывался над тем, что такие могут быть ощущения у людей.